Чувак, ты понимаешь, о чем говоришь? Такой нечеловеческой выдержки ни у одного мужика нет. Призывный зов сиренами нечицы делает из мужика тряпку. Таким шантажом бабы и женят на себе. Мышь! Так каков план действий? Эй, прояви уважение! Они ж не скотина дойная! Да выбирай уже! Дора, Дора, помидора, мы в саду поймали вора. Стали думать и гадать, как же вора наказать. А ладно, забирай симпотную. Зашибись. Ага, вали уже. Она ж вроде с тобой была. Кто? Удали татуировки. Сделай мне укол. Удаляй. Может, пользы своими способностями мы и не приносили, но хоть никого не обижали, никого не насиловали и не убивали. Она меня изнасиловала, а уж народу мы положили, будь здоров. Но мы все равно хорошие. Стоит нам к нему подойти, он будет телепортироваться хуй знает куда. Нам нужны наши способности, и теперь мы можем их выкупить. А потом выбьем говно из Иисуса. Да никакой он не Иисус. Пошли и помыли мне машину. Вряд ли это подразумевается под общественными работами. Ну, я представитель общества, мою машину нужно помыть, а мне самому глубоко плевать. Он хочет, чтобы ему помыли машину. Че? Он дает нам ключи от машины, которые нужно помыть. Да ну тебя нахуй! Пора бы уже напяливать костюмы! Чего это с тобой? Ничего. Ты в молчанку не играла с тех пор, как лысой побывала. Что ж, неожиданный был поворот событий. Это про то, что ты педалькой заделался? Никакая я не педалька, ты только глянь. Уверен? У тебя с глазами какое-то ядреное дерьмо творится. Колеса, наверное, вштырили. А чего я тебе вообще сдалась? Ты можешь склеить любую покрасившую. Нет, я не хотела этого говорить. Да что мне до них? Мне ты нравишься. Попробуй пойми почему. А что, если ты решишь, что я бревно в постели? Я всего-то с четырьмя спала. Правда, что ли? Ага. Да ты практически девственница. Эй, я это уважаю. Эти колеса фигню какую-то сделали с моей суперспособностью. Я говорю все, что думаю. Иногда мне кажется, что я тебя, бля, люблю. Ну вот опять. И меня это пугает, потому что в конце концов ты меня кинешь, как большинство мужиков, ведь ты такой же кусок говна, как и твой отец. Ты, блин, проиграла в Дору-Дору-Помидору, но я все равно тебя выбрал. Но я передумал. Пусть Джейми забирает тебя, а мне достанется та, что симпотная. Думаю, это принадлежит мне. Ну так иди и забери. Назад, назад. Если гора не идет к Мухаммеду. Ну вот, теперь он у нас еще и мусульманин. Еще вина? Ага, солнце. Давай. Фруктовенько. В тюрьме я только о тебе и думал. Очень мило. Думал о том, как ты врала мне. Как украла мои деньги. Как трахалась направо и налево. Может, попробуешь подумать о чем-нибудь позитивненьком? Ну там, полянка, кролики скачущие и все такое. Я хотел увидеть, как ты умрешь. Может, еще венца? Ну, сейчас я тебя зажгу, как новогоднюю елку. Да целуй уже, болван. Ну ты страшная, отцепись нафиг! Пугало! Грязная тварь! Вонючка! Потаскуха! Что за... Привет. Я тут думала о тебе. Что вы делаете? Не хочу, чтобы сперма на платье попала. Оно отстирывается только в химчистке. О, блядь! Мы убили Иисуса! Что ты...
Ну а вдруг он и правда Иисус? Господь наш снова пожертвовал собой. Да никакой он не Господь, а хуйло с суперспособностями. Нахуй ты туда полез? Просто заценить хочу. Может, высунешь уже? А, ну да. Кажется, застрял. Да ешь твою за ногу. Погоди. Приветик. Какой ты охуенный. Пойдем танцевать. Слышь, брат, где там, блядь, скорая? Да я уже два раза звонила. Да мы ведь уже преступники. А мы должны стать преступниками по первому разряду. Такими, которые деньги лопатами гребут, не попадаются к копам и заводят себе подружек с огромными силиконовыми сиськами. Я думал, мы должны помогать людям. Ну что, дружба? Ага, дружба. Друзья, приятели, кореша. Джейми! Тупой ты гандон, я думал, ты умер! Да вы, блядь, издеваетесь. Кто-нибудь знает чего-нибудь про роды? Потому что это именно сейчас, похоже, и происходит. Горячие полотенца. Полотенца, точно. Но тут их нет. Ох, блядь, ну и помощничек с тебя. Келли, ты в порядке? Руки, блядь, просто онемели. Толкни его сюда. Жалкое зрелище. Чего это с тобой? Только что понял, что я на этой неделе еще не умирал. Сегодня четверг, времени еще полно. Ну вот зачем говорить такие грубости, пиздюк? Значит, ты меня больше не любишь? Отлюбил свое, тоже мне делов-то. Думаю, мы должны это обсудить. Вот бы послушать. Если бы мы с тобой... Это был бы лучший секс в твоей жизни. Поправочка. Единственный секс в твоей жизни. Тебе хоть когда-нибудь стыдно бывает? Нет, вообще-то. Мудак. Ты как, милая? Как будто мне пизду на части разрывают. Я, конечно, не эксперт, но вроде так и должно быть. Так, пойду-ка я погляжу, что там. Там у тебя из письки ребеночек лезет.